связи номер 7 проводится акция «Час без мобильного». В последнее время мы наблюдаем нерациональное использование мобильных телефонов, в том числе и во время уроков. Устами гимназистов глаголит истина. Согласно исследованию британского аналитического издания YouGov, около 53% респондентов из более 2 миллионов англичан признались, что тревожатся, когда теряют мобильный телефон, у него заканчивается заряд батареи или средства на счете. Эта проблема, она озвучена уже очень открыто. Мы делали несколько проектов и защищали на конференции, приводили статистические данные. Бывает, что дети находятся в интернете, связаны с мобильным телефоном, который сегодня является источником не сколько связи, а сколько выхода в интернет, больше 10 часов. Это, конечно, уже зависимость. Для этого явления даже придумали соответствующее определение – номофобия, то есть страх остаться без мобильного телефона. Опрос американского канала CBS показывает, что около половины всех зарегистрированных в мире номофобов никогда не выключают мобильный телефон. Из этого можно сделать вывод о том, что жизнь миллионов людей напрямую зависит от девайсов. Они занимают очень много времени, но только если написать кому-то сообщение, чтобы встретиться, это, конечно, да. А всякие игры и другие развлекательные приложения только занимают время. В мире есть много всего интересного, помимо всех игрушек. Я большую часть времени гуляю и телефон использую, ну, если в соцсетях сделать уроки, либо найти какую-нибудь информацию. Ну, чаще всего гуляю, и чтобы созвониться с друзьями. Акция в 7-й гимназии прошла в рамках Всероссийского года экологии. Ее главная задача – привлечь внимание к проблемным вопросам, существующим в экологической сфере, и улучшить состояние экологической безопасности страны. Конечно, мы много сделали экологических акций, но сейчас мы хотим предложить еще одну новую экологическую акцию, предложить освободиться от зависимости интернета, мобильной связи, использовать их рационально. Проблему зависимости от гаджетов уже много лет широко обсуждают по всему миру. Ежегодно миллионы человек принимают участие во всемирной акции «Дни без мобильных телефонов», когда людям предлагают хотя бы на время отказаться от использования сотовых и планшетов. Святослав Савенков, Евгений Муравлев, телекомпания «Одинцова».